21 апреля 1945 года передовые подразделения 1-го Белорусского фронта ворвались на окраины Берлина. Военный совет фронта обратился к войскам. Настал решающий час боев. Перед вами Берлин, обреченный на гибель. Остатки немецких частей еще продолжают сопротивляться. Немецкое командование собирает последние резервы, не щадит ни стариков, ни детей и пытается сдержать наше наступление, чтобы оттянуть свою гибель. Вперед, на штурм Берлина! Гитлеровцы бросили в бой учебный танковый батальон, рабочие и строительные полки, курсантов летных школ и части пехотной дивизии. К исходу дня советские войска вошли в пригороды Берлина. До победы оставалось 18 дней.